Ну что, привет, ребят. С вами Загнанный. Я давненько уже, ну как, месяца три, наверное, играю в игру Squad и заметил такую фишку, в которой нету во многих играх, вот. Я хочу пройти этот городок, вот, но при помощи, как бы, ну не выходя на улицу, постараюсь его пройти, да, то есть попаркурить, мягко говоря, попаркурить. Ну, пошли. Так. Да что ж такое, ля, только начал. Уже закончил, да? Вот. Что там у нас? Хоп. Да. Ага. Ну, по мешочкам. Вот у нас. Оп. В других играх я не видел. Да, не можно там, знаете, можно в Call of Duty, в Battlefield где-нибудь, да, такое делать. Вот. Так, это здесь я не пройду. По-моему, здесь я не мог пройти. Вот. Но постараюсь по минимуму выходить все-таки на улицу. Не, придется выйти на улицу, ладно. Вот. Такой вещи не во всех играх есть. Вот, да, вот возможность лазить по зданиям. Да, все это можно делать еще и. Оп, оп. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Отлично. Так, я взял медика, чтобы в случае чего я мог. Ага. Текс. Что тут у нас? А, не, спущусь вниз. Ой-ой-ой-ой-ой. Бывает. Чутка подхилимся. Ага. Отлично. Побежали дальше. Так. Возьму руки пистолет. А, мне нужно вон туда, да? Вот во многих играх ты, ну, прыгнешь, ты, ну, навернешься. Опачки. Да? А вы думали, это что вам? Какая-то мелкая пострелушка. Так. Давай-ка мы отсюда вас спрыгнем, чтобы не калечить, да, по минимуму калечить себя. Ага, ну нормально. Придется, может, подзахилить, конечно, себя. Оп. Так. Угу. Такс. О! Хотя не мог залезть. Так, вообще дальше я не ходил здесь. До этого места, момента я ходил. Поэтому решил видео заснять. Так. Ай-ай-ай-ай-ай! Ты чё? По этим мешочкам постараемся поменьше лазить. Побольше прыгать. Оп, опа, отлично. О. Ну, я думаю, можно пробежать полностью ее, да? Вот. Ну, я как бы хотел показать, что данная игра очень эластичная в этом смысле, она позволяет по зданиям лазить, залазить некоторые домики, да, вот обычные сарайчики, да, а, кстати, при помощи товарища можно запрыгивать и на многие другие места, да, то есть он берет, так, боком, по-моему, можно, да, ага. Оп, он хватается руками, шикарно. Сейчас здесь я не могу запрыгнуть, да? А если товарищ присядет, вот так вот, я на него сначала залажу, потом залажу наверх. Ну, типа, как в говнофейсе в этом. Вот, поэтому спасибо за видео. И играйте в эту игру, я вам советую, честно говорю. Всем спасибо, пока.